Глава 7. Когда Моисей поставил скинию и помазал ее, и осветил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и осветил их, тогда пришли 12 начальников Израилевых, главы семейств их, начальники колен, заведовавшие исчислением, и представили приношение свое пред Господа: 6 крытых повозок и 12 валов, по одной повозке от 2 начальников и по одному валу от каждого, и представили сие пред скинию. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми от них, это будет для отправления работ при скинии собрания, и отдай это левитам, смотря по роду службы их». И взял Моисей повозки и валов и отдал их левитам. 2 повозки и 4 валов отдал сынам Герсоновым по роду служб их, и 4 повозки и 8 валов отдал сынам Мирариным по роду служб их, под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. А сынам Каафовым не дал, потому что служба их — носить святилище. На плечах они должны носить. И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение свое пред жертвенник. И сказал Господь Моисею: «По одному начальнику в день пусть приносит приношение свое для освящения жертвенника. В первый день принес приношение свое Наасон, сын Аминадавов, от колена Иудина. Приношение его было 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненной пшеничную мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное, 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение, 1 козел в жертву за грех, и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Наасона, сына Аминадавова. Во второй день принес Нафанаил, сын Цуара, начальник колена Иссахарова. Он принес от себя приношение: 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряную чашу в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненной пшеничную мукою, смешанную с елеем в приношение хлебное, 1 золотую кадильницу в 10 сиклей, наполненную курением, 1 тельца, 1 овна, 1 однолетнего агнца во всесожжение, 1 козла в жертву за грех, и в жертву мирную 2 волов, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Нафанаила, сына Цуарова. В третий день начальник сынов Завулоновых, Елиаф, сын Хилона, приношение его: 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненные пшеничную мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное,
одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елиава, сына Хилонова. В 4-й день начальник сынов Рувимовых Елицур, сын Шедеуров. Приношение его. 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненные пшеничную мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение. 1 козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов и 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елицура, сына Шедеурова. В 5-й день начальник сынов Симеоновых Шалумиил, сын Цуришаддая. Приношение его. 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненные пшеничную мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение. 1 козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов и 5 однолетних агнцев. Вот приношение Шелумиила, сына Цуришаддаева. В 6-й день начальник сынов Гадовых Елиасав, сын Регуила. Приношение его. 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненные пшеничную мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение. 1 козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов и 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елиасафа, сына Регуилова. В 7-й день начальник сынов Ефремовых Елишама, сын Аммиуда. Приношение его. 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненной пшеничной мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение. 1 козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Елишамы, сына Аммиудова. В 8-й день начальник сынов Манассиных Гамалиил, сын Педацура. Приношение его. 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненной пшеничную мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. 1 телец, 1 овен,
один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Гамалиила, сына Педацурова. В девятый день начальник сынов Вениаминовых Авидан, сын Гедеония. Приношение его. Одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей. По сиклю священному, наполненной пшеничную мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Авидана, сына Гедеониева. В десятый день начальник сынов Дановых Ахиезер, сын Амишаддая. Приношение его. Одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненной пшеничную мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Ахиезера, сына Аммишадаева. В одиннадцатый день начальник сынов Асировых Пагиил, сын Охрана. Приношение его. Одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненной пшеничную мукою, смешанной с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Пагиила, сына Охранова. В двенадцатый день начальник сынов Нефалимовых Ахира, сын Енана. Приношение его. Одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненные пшеничную мукою, смешанную с елеем, в приношение хлебное. Одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением. Один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Ахиры, сына Енанова. Вот приношение от начальников Израилевых при освящении жертвенника в день помазания его. 12 серебряных блюд, 12 серебряных чаш, 12 золотых кадильниц, по 130 сиклей серебра в каждом блюде и по 70 в каждой чаше. Итак, всего серебра в сих сосудах 2400 сиклей по сиклю священному. Золотых кадильниц, наполненных курением, 12. В каждой кадильнице по 10 сиклей по сиклю священному. Всего золота в кадильницах
120 сиклей. Во все сожжения всего 12 тельцов и скота крупного, 12 овнов, 12 однолетних агнцев и при них хлебное приношение, и в жертву за грех 12 козлов, и в жертву мирную всего из крупного скота 24 тельца, 60 овнов, 60 однолетних козлов, 60 однолетних агнцев без порока. Вот приношение при освящении жертвенника после помазания его. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения, между двух херувимов, и он говорил ему.